Женщина постоянно должна искать вдохновение. Она не может жить без отношений, в которых ей объясняют, как ей жить. Если взять вот комфортную ситуацию для женщины, в которой она очень сильно себя чувствует, это вся жизнь полностью расписана. Женщина должна иметь схему, как жить, полную инструкцию. И тогда она становится асом, специалистом в жизни. Она становится мудрецом, если она имеет эту инструкцию. Мужчина так жить не сможет. Мужчина по инструкции не живет. Мы когда что-то покупаем с женой, я говорю, слушай, почитай инструкцию, а? Я говорю, я не могу. Мне нужно, чтобы понять, как действует. Когда я увижу, что оно действует, я пойму все до мелочей. И она вот идеально изучает. Она говорит, это так, вот это вот так не надо. Вот это так не бери, так бери. Вот, то есть, ну полностью как бы женская природа, вот она, инструкция для нее, это самое милое дело. Когда мужчина начал видеть, как действует, ему дальше инструкции уже не нужны. А женщине всегда нужны инструкции. Женщины как лекции слушают? А мужчины как? То есть мужчины сравнивают со своим знанием. Это правильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. Когда первый раз мужчины на лекцию приходят, они так, у них такая схема. Дурак не дурак, дурак не дурак. Как бы они пытаются понять, слушать человека или нет. Всю лекцию первую. А потом он начинает сравнивать и говорит... И женщина его спрашивает, как тебе лекция понравилась? Он говорит, да, все правильно говорит. Она говорит, ты что-то новое услышал? Он говорит, не, ничего не услышал, ну все правильно, молодец. Ну то есть, восприятие мира разное совершенно. Женщина быстрее обучается. Скорость обучения у женщины... В два раза быстрее, чем мужчина. И даже практически женщина обучается быстрее, если есть инструкции. Но если инструкции нет, женщина вообще не может обучаться. А мужчина в этой среде обучается очень быстро. Мужчина обучается медленнее, но потом у него дольше, на дольше знание сохраняется. Он застывает, он фундаментирует это знание, идет в этом направлении. Женщине всегда нужна подпитка, чтобы идти в каком-то направлении. Она должна вдохновение черпать постоянно. Если вдохновения нет, она закисает. Потому что у женщины разум имеет чистоту, но не имеет силы. А у мужчины разум имеет силы, но и не имеет чистоты. Мужчина хочет куда-то идти, а куда не знает. Женщина знает куда, но у нее нет силы. Вместе они могут, если сотрудничают, они становятся силой. Мужчина-женщина вместе.